Полмесяца остается до начала учебного года. Собраться в школу традиционно помогает государство. Единовременную материальную помощь к 1 сентября получат многодетные семьи. Всего это около 180 тысяч ребят. Между тем, найти школьную форму в магазинах стало проще. На ней появятся специальные этикетки. Такая маркировка гарантирует, одежда изготовлена по госстандарту, а значит, соответствует деловому стилю, комфортно и безопасно. На нашем рынке вот не было такого подхода требования. Наши предприятия белорусские, концерны «Белпром», ну не только концерны, но и все, кто производит одежду делового стиля для школьников, они придерживались вот таких очень жестких требований. По другим каналам поставлялась продукция всевозможная, которая ну, не подтверждалась никакими документами, сертификатами происхождения, ни санитарно-гигиеническими этими требованиями. То есть вот здесь уже пора поставить такой вот жесткий заслон. Всего в этом году белорусские предприятия разработали около 1500 моделей одежды для школьников всех возрастов. Комплект в среднем обойдется в 150 рублей.